заняты. Готовимся к Рождеству. Упаковываем подарки. А для кого вы готовите подарки? Для тех, кого мы любим. Я готовлю подарок для своей подруги. Я решила подарить ей фен. Знаешь, как она обрадуется, когда узнает? А я готовлю подарок для своей соседки, Татьяне Степановне. Подари электрочайник, потому что ее уже сломался. А ты для кого готовишь подарок? А я готовлю подарок для своего брата. Он хотел купить себе цифровой фотоаппарат. А вот я решила сделать ему сюрприз. Ведь скоро же Рождество, никак не могу дождаться. Скорее бы наступило праздник. А ты будешь дарить кому-нибудь подарок на Рождество? Я? Подарок на Рождество? Ну, разве тебе некому подарить подарок? Есть кому, люблю. У меня есть очень хороший друг. Неужели ты ему ничего подаришь, не Рождество? А какой должен быть подарок для лучшего друга? Для лучшего друга должен быть самый лучший подарок. Это должен быть подарок от всего сердца. А, понимаю, спасибо. Ничего не поздно. Я успею приготовить такой подарок для своего друга. Успеешь. Молодец. И у нас тоже подарки. Ой, девочки, это внука Серёжа я приготовила. Подарок. А, немножко не хватает. Нет, у меня все, упаковочка подходит. Все хорошо. Ой, красиво. Вот это подарок. Подарок для друга? Интересно было бы знать, как зовут твоего друга. Может, это кто-то один из нас? Нет, не один из вас. Вы, конечно, мои хорошие друзья. Но этот подарок я решила подарить другу, которого зовут Иисус. Иисус Христос? Да, он мой самый лучший друг. Но ведь Иисус жил 2000 лет назад. И вообще, он Бог и ни в чем не нуждается. Рождество – это день рождения Христа. И по правилам любого дня рождения мы должны поздравить именинника и подарить ему подарок. Разве не так? Разве не так? Так-то оно так. Вообще-то ты права. И вообще, на Рождество мы дарим подарки тем, кого мы любим. А я больше всех люблю Иисуса. Почему вас это так сильно удивляет? Ну так погоди, ну так а что ты собралась ему дарить? А вот что. Интересно, да. Да, он тоже будет дарить, сейчас посмотрим. Я решила подарить Иисусу Христу на Рождество себя. Вот это лучший рождественский подарок. А вы не хотите сделать такой же подарок Иисусу на Рождество?